Международная организация по миграции МОМ предлагает помощь в добровольном возвращении на родину и реинтеграции. Если вы не имеете законных оснований для пребывания в Беларуси, если вы находитесь в затруднительной ситуации и не имеете средств для возвращения, если вам отказано в предоставлении убежища в Беларуси, если вы хотите вернуться домой и вам нужна помощь, обратитесь в МОМ. Программа предлагает гуманное, безопасное и легальное возвращение на родину. Решение добровольное и основывается на вашем выборе. Свяжитесь с нами по телефонам на экране. Мы ответим на понятном вам языке и предоставим информацию о программе добровольного возвращения и реинтеграции. Вы заполните документы, чтобы начать процедуру возвращения, и получите данные о своем правовом статусе и возможных сценариях развития событий в случае решения остаться в Беларуси. Мы проконсультируем вас по вопросам возвращения. Мы поможем оформить документы и приобрести билеты для возвращения. Наши сотрудники сопроводят вас при выезде из Беларуси, и при необходимости вы сможете получить медицинскую помощь. При возвращении на родину вы получите поддержку в реинтеграции. В стране прибытия наши сотрудники обеспечат вам транспортировку к месту конечного назначения. Добровольное возвращение осуществляется с уважением прав человека. Думаете о возвращении на родину? Свяжитесь с нами по телефонам или электронной почте.